Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня объявляется неделя флеш-игр. Давайте же до конца недели мы будем играть с вами во всякие флешечки, поиграем, повеселимся, и надеюсь, что вам все понравится. Друзья, не забывайте ставить лайк, если игра вам понравится, чтобы я знал, что вам такие ивенты небольшие по душе. Ну а мы с вами начнем с Бурито Бизона, как говорится. Смотрите, собственно, комикс нам показывает про то, что мармеладные мишки как-то выучили какие-то невозможные приемы рестлинга, похоже. И смотрите, реально нашего главного героя Бурито Бизона решили загасить, похоже. Но, ребятки, думаю, так просто это у них не удастся. Так, давайте же попробуем, давайте же затестим, что из этого может получиться. Поехали! Так, насколько я знаю, у нас есть возможность вот так вот делать, ускоряться. Так, ну смотрите, пока неплохо получается для первого-то раза. Я как бы без записи еще не играл. Так, капкан, наверное, не... Да, не надо было, не надо было. Ну давай, пожалуйста, пожалуйста. Ну, для первого раза сойдет, я считаю. Для первого раза сойдет. Так, продолжаем. Давайте попробуем дальше. Собственно, мы получили какую-то ачивку, не знаю, ачивку, не ачивку. Ну, так, давайте зайдем в магазин и посмотрим, что в магазине есть. Ну, понятно, за $300. За $300, не знаю, $3 это или монета, или что. Но мы можем купить вот эту штучку. Давайте попробуем. Давайте затестим. В любом случае, будем стараться покупать все, что только можно. Так. Бурито Бизон против Харри Боути. Не знаю, что за Харри Боути, но поехали! А где мой этот реактивный ранец, который я получил-то в итоге? Нет? Нет? Где он? Где он? Блин, конечно, пока что я совсем не прокачанный, пока что я просто слабак, ребят. Но будем прокачиваться, будем стараться идти дальше. Смотрите, 175 монет мы получаем. В принципе, я думаю, что мы довольно быстро сможем прокачаться. Давайте тогда не тратить время и поехали! А, кстати, смотрите, там у него, по-моему, ХП отнимаются-то в итоге, да? Так. Давай, блин, пожалуйста. Немножко не хватило, там прям как бежал этот... Смотрите, как злобно смотрит. Бежал челик с мармеладной с деньгами. Так, или они отнимаются у него все-таки ХП? Ну-ка, оп. Поехали! Пау-пау-пау-пау! Я буду стараться тогда использовать... уже под конец самый, когда совсем нет возможности другой выжить. Пожалуйста, давай, ну... Не, ну как-то это... Ты слабенький совсем пока, Бурито Бизон. Давайте зайдем в магазин, посмотрим, может что-то еще сможем купить себе. Во, вот эту, например, штучку. Это я пока вижу, ни на что не влияет. А вот это мы купим. Я надеюсь, что это меня сейчас посильнее раскачает. Так, поехали. Ой, я что-то не так, похоже, сделал, да? Во, это уже получше. Смотрите, кстати, реально получше. Ух ты, полетели дальше. Так, так. Так, вот сейчас ускоримся немножко. Понемножку набиваю, понемножку... Ой, ну давай, вон там еще... Ну зато, смотрите, мы с вами неплохо продвинулись вперед-то с помощью такой раскачки. Почти 300 за раз. Хорошо, вот это мне уже нравится. Здесь мы пока ничего купить не можем, поэтому просто двигаемся дальше. И я так понимаю, что надо теперь как-то вот так вот. О, вот это получше уже. А это я понял, правильную стратегию выбрал. Так, вот немножко ускоримся. Ну давай. Блин, немножко не то, совсем не то даже, я бы сказал, что хотел, получилось. Ну, да ладно. 106, не знаю, хватит там, не хватит. Сколько нам нужно вообще, минимум? 2000, минимум 2... А, вот за 900 можно что-то взять, да? Ладно, пока продвигаемся так, как можем. Так. О, да, я ему ХП снимаю, реально. Я заметил, что там ХП снимается. Значит, можно будет его в итоге все-таки победить. Так, давайте. О, отлично. Еще немножечко продвигаемся вперед. Ребят, ну, блин, надо было нажать еще раз. Я, конечно, еще новичок в этой игре. Но смотрите, по-моему, у нас получается довольно-таки неплохо. Давайте тогда еще раз. Может быть, нам дадут какую-то ачивку или... Смотрите, реально отнимается ХП. Надеюсь, что за это что-то дадут за победу над этим челиком мармеладным. Буду называть их мармеладные челики. Так, ну, давай, блин, не могу долететь до него, специально потратил два вот этих рывка, но не получилось долететь просто. Ничего страшного, пока что мы получаем мало, конечно, но в итоге все-таки сможем развиться. Я просто в этом уверен, дорогие друзья. Так, давай. Почти уже. Уже реально почти. Причем мне кажется, что мы выше взлетаем, когда его... Давайте сразу потрачу, чтобы можно было восстанавливать.
Так, кстати, очень хорошо идем, смотрите. Смотрите, прям по порядочку все. Выбиваем. О, мы уже прошли рекорд свой. Давай, 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 ну пожалуйста. Да, блин, ну почему не получается на того мармеладного челика, если бы забрались, было бы вообще огонь. А, ладно, зато мы можем сейчас приобрести вот эту штучку. Я так понимаю, что мы будем получать больше денег. Давайте попробуем. Так. И выбиваем. О, да, кео. О, блин, вот это мощно было. Это просто мощь. Так, давайте попробуем. Во, выбили еще деньги, смотрите. Блин, мы просто жестим. Просто жестим. Отлично. Еее, поехали, поехали. Нормально идем. Пока что очень даже нормально. Так, давайте немножко ускоримся. Блин, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Надо использовать... Надо было использовать. Не рассчитал. Зато мы получили что-то, смотрите. Не знаю, что это за карточка. Ай, пинята! А, можно ее разбить, да? Так. Блин, здесь можно бустеры разбивать с карточками. Это же лучше. Вы просто знаете, что я обожаю бустеры. Так, Rocket Fuel. Такарази. Так, это значит ракетное топливо. Такарази, не знаю, что такое. Чили бомба. И 125 монет. Нормальненько. Так, и у нас теперь с вами новый противник, я так понимаю, да? Зато я сейчас думаю, что мы с вами вообще нормально денежек поднимем. О, да, ребята. Смотрите. Значит, мы можем теперь как-то рассказать. Кто такой Бернардс? А, надо его купить, наверное, чтобы у нас противник был новый, да? Насколько я понимаю. Не знаю, что все это значит, если честно. Новые противники, наверное, мы открываем просто новых противников. Я буду покупать все, что можно только, чтобы мы могли дальше пролететь, ребят. Поэтому вообще не знаю. Ой, блин, офигеть. Просто офигеть. Ну, давайте попробуем. Критический удар. Но, кстати, смотрите, мы ему ХП все равно совсем мало сняли. Зато смотрите, как далеко мы полетели. Так, взлетаем еще. Давай. О, вот это я понимаю. Вот это да. Так. Так. Блин, я, наверное, не очень понял, как она работает. Но я просто вообще ничего не понимаю, что происходит. Но это просто жесть. Блин, надо было на бомбу, наверное, Ай-яй-яй. А что так? А что случилось? Я в какой-то торт влетел? Чего? Что это такое, ребят? В комментариях напишите мне, что с этим тортом делать. Я вообще без понятия. Ладно, допустим, окей. Но зато мы реально побили рекорд. Получили еще косарик сверху. Нормально, мне кажется. Так, здесь я не знаю, что это такое. Не знаю, что это такое. Но вот это я знаю, что такое. Поэтому мы это возьмем. Мы будем лучше отскакивать, поэтому я беру именно это. Так. Ага, и у нас с вами только вот это улучшение осталось, да? Немножко мы его зацепили, но меня в принципе это устраивает, потому что будем потихоньку его коцать, ребят. Одного босса мы уже убили за серию, мне кажется, это нормальная тема получается. Так, давай, выбивай еще, выбивай, блин, давай, 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 молодчик, молодчик. Так, так, ну все, тут уже ничего не сделаешь. Только чили вот эта штуковина, ой, блин, вот это да. Давай, выбивай. Ой, блин, как же хорошо идем, ребят, как же хорошо идем. И почти долетели до своего максимума, но немножко не хватило. Чуть-чуть не хватило. Так, 700 монет, да? Ну, может быть, что-то сможем купить, давайте посмотрим. Здесь мы можем купить нового противника. А, 5000 стоит, нифига себе. Не, пока не можем тогда, ребят, пока не можем. Слушайте, я, если честно, что-то даже захотел мармеладных этих медведей. Ох ты, критически выписали Бернардсу этому. Захотел мармеладных медведей, если честно. Но этих челиков нужно все равно размотать, ребят. Так, главное не попасться. Есть, не попали. Не попали, идем дальше. Выбили себе немножко бонуса. Так, так, давайте ускоримся. Есть, бомба. Бомба, блин, можно было еще на монетке попасть. А я не знаю, попал я или нет, кстати говоря. Смотрите, у нас с вами ускорение или что? Вот в левом нижнем углу, что написано, интересно? Так, давай, 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 давай. Блин, ну только не капкан. Нет. На какого-то полицейского мы попадаем с капканом. Видите, у него там этот бронежилет и шлем. Полицейский нас застопорил. Зато мы с вами можем вкачаться теперь дальше. А, какой-то кулак и какой-то гель. Давайте гель купим, не знаю, на что это влияет. Давайте попробуем просто. Так, ладно. Разгон, поехали! Ну, как-то мы слабенько, по-моему, по ним попали, ну да ладно. Ай, блин, можно было выбить денежки, не выбил. Моя вина. Оп, хорошо, идем дальше. Давайте немножко разгонимся. Вот здесь можем просто нормально набить. Так, опаньки, полетели дальше. Нормально, нормально. Так, еще разок.
Слушайте, есть шансы опять выбить тот рекорд, который мы обычно выбиваем в торте, потому что я не знаю пока, сможем ли мы торт перебить. О, так. Давай, давай, давай. А я даже не могу нажать, блин, на... А, зато мы пиньяту выбили. Блин, бустер, бустер, бустер. Так, ради него надо видео посмотреть, да? Ладно, давайте я посмотрю и обрежу это, чтобы вы не смотрели рекламу. Давайте подождем. Ребята, видео закончено, поэтому мы разбиваем пиньяту и получаем еще 4 карточки. Я буду всегда так делать, если вот одобрите игру, если понаставите лайков, я буду всегда смотреть видосики, вырезать их и просто открывать карточки. Чили-бомба, 125 монет. Опаньки, минус 75% на Бернардса. Но, правда говоря, он у меня уже есть, но тут написано, что я сохранил 13 тысяч. И мне кажется, это очень хорошо. И еще одна чили-бомба. Ладно, пока еще продолжаем, ребята, пока еще продолжаем. Хочу еще немножко поиграть в эту игру. А давайте посмотрим, что мы можем здесь получить. А мы пока что ничего не можем здесь получить, да? Вот, у меня скидка на Бернардса. А, второй уровень, наверное. Второй уровень Бернардса мне... Обойдется всего в 4000 вместо 13. Обалденно! Так, ладно, поехали дальше. Выбиваем его. О, критический урон. Критический! Так, ладно, полетели. Вот здесь немножко ускоримся. Так, есть, есть, летим дальше. Блин, классно выбиваем. Реально сейчас хороший заход. Сейчас хороший заход. Можно было там ускориться на бомбе. Ну да ладно, зато мы здесь ускоримся. Так, нормально идем. Опаньки, еще взлетаем. Ну давай, 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 давай. Сейчас меня немножко чили-бомба ускорит. Так. Ай, блин, в вафле этой застрял какое-то овсяное печенье. Не знаю, что это, но оно меня застопорило. Неприятно. Неприятно. Ладно. Здесь мы можем что-то приобрести теперь? Смотрите, кулак. Я не знаю, что это такое. Давайте его купим, посмотрим. Может быть, это больше урон по боссу будет, кстати говоря. Я думаю, что возможно такое. Так, давайте ему врежем как следует. Критический удар. Полетели дальше. По-моему, когда критический удар наносит, смотрите, мы на самом деле дольше и дальше летим. Поэтому надо критически выбивать как можно чаще. Правда, не знаю, зависит это от меня как-то или нет. Еще это я не вы... Есть, разбил его. Так, можно было попасть на... Так, ладно, оп, еще одного разбил. Ой, хорошо, идем, ребята, хорошо. Блин, ну здесь уже... Здесь уже ничего я не могу поделать. Зато, смотрите, мы дальше пролетели. Чили-бомб. О, да! Новые челики мармеладные! Новые мармеладные челики! Вот кого мы... Блин, к сожалению, не попал. К сожалению. Ну-ка, давай. Хорошо. Так. Получается пока. Смотрите, как хорошо идем, ребят! Для первого видео я считаю, что очень хорошо. Так. Так. Давай выбивай. Отлично. Вот это я понимаю. Смотрите, как мы реально разносим. Так. Давай. Давай. Давай, ускорься немножко. Ну, пожалуйста, хотя бы кого-нибудь. Вот того, пожалуйста, догони. Не могу. А, ну, ну, все тут уже никак. Уже никак, ребята, но мы с вами... Так, а это что такое? Ну-ка. Дальше-то что? А, нажать, окей. Pineapple Spunk. Ага, то есть это у нас новый герой, что ли, или что? И я открыл... Почему-то мне не пишется. Не пишет название, чего я там открываю, не открываю. Видимо, достижения какие-то надо выполнять. Блин, новые бустеры. Вообще классно. Я не знаю, почему мне не пишет. Я, если честно, играю на официальном сайте. Я ссылочку обязательно оставлю в описании. Но зато 350 монет получили. Тут, наверное, какие-то достижения нужно выполнить, а мне даже не показывают, какие. Если вы знаете, какие, что это значит, все эти символы, обязательно расскажите мне тоже в комментариях, ребят. Ну, я к следующей серии посмотрю. Может, это можно будет как-то починить. Тем временем, давайте мы с вами прокачаемся уже, наверное, в следующей серии, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Я вас всех люблю, с вами был Чинаски. Обязательно ставьте лайкосик, если хотите увидеть продолжение. Обязательно подписывайтесь на канал, если хотите не пропустить новое видео. И увидимся уже в новой серии. Пока-пока.